Депутаты окружного совета от «Единой России» Андрей Яцишин и Станислав Улитин проверили ход строительства детского сада на улице маршала Бирюзова. Дошкольное учреждение будет находиться в доме номер 7Б. Его смогут посещать малыши из второго микрорайона, в том числе юные жители жилищного комплекса «Центральный». Сад рассчитан на 170 мест и уже практически готов.